Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим холодный огуречный суп на кефире. Для его приготовления нам потребуются свежие огурцы, зеленый лук, укроп, кинза, зубчик чеснока, сок лимона, отваренные креветки, кефир, соль, черный молотый перец и немного растительного масла. Огурцы для этого супа нужно натереть на крупной терке. К огурцам добавляем измельченный зубчик чеснока, нарезанную зелень. Добавляем чуть-чуть растительного масла. Заливаем все это кефиром. Перемешиваем, солим, перчим по вкусу. Также по вкусу заправляем суп соком лимона. Даем супу настояться минут 10 и можно подавать его к столу. Перед подачей в каждую тарелочку выкладываем несколько креветок. Креветки нужно почистить предварительно. Я надеюсь, что вам понравится такой холодный огуречный суп. Приятного аппетита и пока-пока!